Здравствуйте, мои дорогие! На закате, как обычно, стихи. Называется «Как нельзя кстати». Пушкин. Однажды Пушкина читал я, и суть тех слов всех уловил. Открылась для меня преграда, и я как будто бы ожил. То ли постиг я вдохновенье, а может, получил я дар, как ноты тонкой наслажденье. Стихи начал писать и сам. Все, я так не могу.